На праздничном столе в качестве основного блюда прекрасно будет смотреться горбуша, запеченная целиком в домашних условиях, сытно, аппетитно, красиво и очень вкусно. А что еще нужно? Рыбу нужно кушать чаще, она очень полезна, однако я сама готовлю ее довольно редко. Причина простая и немножко смешная. Мне все время кажется, что я совсем не знаю, как ее готовить, ведь мясо и птицу я делаю постоянно. Делюсь простым рецептом, как приготовить горбушу, запеченную целиком. Надеюсь, что вам понравится. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Горбуша 1 штука, лимон 1 штука, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, розмарин 1 щепотка, растительное масло 1 столовая ложка, количество порций 6-8. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите на канал снова, котятки.